Библия на русском языке, известный синодальный перевод. Подобен райской вечности реке, счастливый, кто ее переплывет. Ее слова, глаголы, изречения, названия книг на карте государства, рядами главы «Витязи спасения», послания апостола и старца. Стихи, войска из копий и мечей в лучах и в зареве из Ветхого Завета. На двух на каменных скрижалях Моисей столпом и облаком выносит всем на свете. Еще пока алфавит не изучен, язык евреев непонятен многим, но Иеговы свет рассеет тучи, в жар благовестия уже обуты ноги. Россия, Русь, в язычестве и войнах, без слова Божия пустыню брела, все в литургиях и в земных поклонах, в смешении вавилонском тьмы и зла. Но час пробил исправить заблуждение, и переводчики уселись за столами. Спасает не причастие и деньги, а вера, подтвержденная делами. Вдруг для читающих священное писание открытым текстом о рождении свыше. Без веры во Христа мы стали псами, а вера только в тех, кто Бога слышит. Понятным с пренебесным смыслом наполнились все строки и стихи. Лески, листочки, исцеление листья, бальзамом на ошибки и грехи. Что толку непонятное читать, бездействует непробужденная совесть. Рожденным свыше перевод подстать, а переводчика с любовью — это повесть. 12 июля 2003 года.